time dossiers. Don't stay in a daze looking for a sign. Side and try. Run across fields of ice, but hidden inside a light. Be well aware of roads we've gone by. Put yesterday's aside, meet the future head on. Now trailblazers keep credos in mind. One stop staying within the lines. Two, we always align. Three, even if we don't get the upper hand, we'll fight for right. Four, never care and rip for hindsight. Five, let us light the night. Six, even when there are wills, with their wills, go ahead. Get it Приветствую! С вами Магисайт, и это Ханкай Стар Рейл. И, как видите, мы все еще в офисе Герты, на ее же станции. И прежде чем мы покинем, наконец-то, этот офис и продолжим путешествие, я хочу, собственно говоря, показать, ну, хотя бы один бой из вот презентации талант. Ну, думаю, те, кто в Genshin играл, знают, что это такое. Как видите, я вчера попробовал. Это практически то же самое, но с упором на PvP. Ой, что я говорю. Собственно говоря, в Геншине, естественно, это динамичная битва, здесь же пошаговая. И мне стоит это, малышка. Каким образом она вообще возможно, что она может сражаться? Так, каждое использование сверхспособности усиливает навык один раз. Усиленный навык может отыграть нескольких противников одновременно. Так. You have the worst luck running into me. Ну ладно. With me out here, how can we lose? Я понял. You can't run. Try that again. Surrender!
Told ya I could fight! Stay right there while I give you a present! Gotta try hard sometimes! Check out this awesome move! You've still got time to surrender! Ну, как видите, это, конечно, милый, но ситуативный, скажем так, персонаж. Ну, а за кадром я проверю остальных. А пока что... Давайте же продолжим. И... Прежде чем мы, собственно говоря, двинемся дальше по сюжету, ну, надеюсь, у нас будет выбор, пошатаемся по кораблю. Возможно, ежедневные задания увидим. Найдем. It's getting late. Where to now? О! Ага, спасибо. Но... Прежде чем мы... Побегаем. Рокки. Интересно, как она там? О! Который раз за сегодня, когда я не могу перестать думать о ней. Как только я закрываю глаза, все, что я вижу, это ее рик. Как же мне работать? Она не на космической станции. Она прославленный исследователь из отдела откровений. И теперь она отправилась с визитом в сегмент изобилия. К счастью, технологии развиваются очень быстро. Может, мы и не можем встретиться, но мы можем общаться и другими способами. Так, извините. Поправил микрофон. Каждый раз, когда я думаю о ней, я вырезаю ее яйцо на этих камнях. Посмотри. А, каких камнях? Ну, наверное, контекстных камнях. Однако, мое мастерство далеко от совершенства, и полученный результат сильно отличается от самой Лесли. Она выглядит намного лучше. Я хочу кое-что у тебя спросить. Как скоро Лесли вернется? Ну... Этого я не знаю. В конце концов, я в эту янтарную эру она была единственной, кому посчастливилось попасть в сегментум изобилия. Однако,
Там она каждый день каждый день купается, милость. Наверное, нужно было написать «купается в милости богов». Ладно. Должно быть ей гораздо приятнее заниматься исследованиями вместе с другими выдающимися исследователями там, чем оставаться на космической станции. Поскольку для нее это такой счастливый опыт, должно быть приятно оставаться там подольше, верно? И пока что у меня нет вопросов. Так. Если, ну, тут можно со всеми, абсолютно всеми. Этот сапрек снова играет со своими дурацкими камнями. Лучше бы задумался о будущем. Если так и дальше пойдет, то нам не стоит винить другие. Дело в том, что они нас презирают. Он безнадежен. Как он собирается чего-то добиться? А, романтика между мужчиной и женщиной препятствует научным исследованиям. А, почему другие отделы презирают отдел галактической географии? Эй, ты здесь новенький? Как ты смеешь такое спрашивать? Не... На неприятности нарываешься, и ты просто глупый. Судя по твоему лицу, ты неплохой человек. Ок. Самое глупое правило космической станции — жестко делить таланты и знания по отделам. Второе глупейшее правило, которое совсем не очевидно, заключается в том, что разные отделы делятся на основе превосходства. Краснобаев уважает, а тихих и прежних исследователей называет старомодными и упрямыми. Вот что космическая станция должна изменить первым делом. Но я просто старик. Меня что-либо... Менять что-либо не в моих силах. Если вы спросите меня, молодые люди должны усердно работать, чтобы достичь того, чего они хотят. Так, я еще хочу кое-что спросить. Нет, не хочу. Ты тоже еще мол. Твои слова имеют больше влияния, чем мои. Когда тебе будет время, когда у тебя будет время, пожалуйста, поговори с моим учеником. Ох. Это не только моя беда, но и все отдел галактической географии. Так. Я так понимаю... Со всеми, кто подписан, можно поговорить. И я не буду это делать, если вам это не интересно. Так что обязательно, хоть каким-нибудь образом, дайте знать. Still haven't made up your mind? Fine. Since I'm interested... О! Ну, это в следующий. Окей. Suit yourself. Так, где-то здесь, да? О! Ладно. Сотрудник по внутренним закупкам. Позволь мне перепроверить все.
В теме исследования прогресса нет. Совещание по отчету о ходе исследования не отменено в последнюю минуту. Категория оценки эффективности находится на рассмотрении. Хорошо, все в порядке. Сейчас самое подходящее время для научных исследований. Кажется, мы еще не встречались. Нас свела судьба, особенно в то время, когда у нас появилась минутка без работы. Ты не выглядишь очень занятым. Это неправда. О том, насколько я занят, следует судить не по каким-то существующим проектам, а по тому, происходит ли в моей голове мозговой штурм. Это моя рабочая философия. Я могу показаться довольно иным. В глубине души я очень забочусь о возрождении космической станции после вторжения Иона. Видишь, как хмурятся мои брови? Ну-ка. Ладно. Так я проявляю заботу о космической станции. Так. Ну, прежде чем мы перейдем к магазину редкостей. То есть, ладно. Ты смачиваешь кого-то из КММ. КММ? Позволь тебе напомнить, что я исследователь отдела прикладных искусств второго уровня. Второго. Ты можешь вообще осознать, сколько важен исследователь второго уровня. Я занимаюсь системой внутренних покупок для экипажа космической станции. Что ж, нет отдыха для достойных. Нет, не так. Что ж, нет отдыха для достойных. Всем известно, насколько я популярен в отделе прикладных искусств. Поэтому чрезвычайно важной задачей переговоров с КММ занимаюсь именно я. Система внутренних покупок? Что это? Ты попал по адресу. Это моя специальность. Как ясно из названия, эта система торговли разрабатываемая по субпорядку с КММ и доступная только экипажу космической станции. В ней можно добыть много полезного и интересного, особенно если ты занимаешься исследованиями. Вот только единственная валюта, которую она понимает, это гертариумы. Эксклюзивный поставщик, если понимаешь, о чем я. В общем, эта система создана, чтобы было куда сливать гертариумы. Но об этом нельзя никому рассказывать. Угу. Что за исследование ты обычно проводишь? Пожалуйста, не мог бы ты перестать говорить о работе во время перерыва? Что? Ты утверждаешь, что это тоже рабочее время? Какое упорядство?
Как ты думаешь, рабочее и нерабочее время определяется списанием? При таких темпах ты наживешь себе лысину еще до 30. И он говорит, это рано. Если хочешь говорить только на научной теме, подойди к любому исследователю. Не порти мне радость безделья. У меня больше нет вопросов. Беседа – это еще и способ отдыха. Приходи поболтать, если тебе интересно. Я буду очень рад поговорить о чем угодно, только не об исследованиях. Ну, давай узнаем, что это. Так. Угу. 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 Ага. Ну, естественно, мы потратим, точнее, не потратим на всю культуру. А вот это нужно. Простое уравнение. Приводим машину для синтеза, откроет новый рецепт. Значит, можно только... Ну, точнее, не только здесь. Ну, ладно. Будет, если что, не хватать. Давайте прикупим одну, чтобы получить награду. Так. Робот для заказа еды. Здравствуйте. Робот для заказа еды, кулинарный гений номер 123, к вашим услугам. Идет сканирование идентификационной информации пользователя. Пожалуйста, не перемещайте свой бейдж и яйцо. Сканирование завершено. Доступный набор питания бизнес-ладж космической станции. Совет, если хотите попробовать более вкусную еду, то повысьте свой уровень исследователя. Текущий номер очереди 0. Еда отправится. Пожалуйста, подождите. Идет отправка. Отправка завершена. Бизнес-ланч космической станции доставлен. Приятного аппетита. О! Так... И чё это? Угу.
Ну. Как видите, есть. О! Дорога возрождения. Угу. Так. Ну, давайте сначала. Сначала давайте пошаримся по закоулкам. Ага. Ну, лично я только, ну, рад за себя, потому что у меня без записи будет что почитать. А вот, как я и сказал, еще раз, дайте знать, каким либо образом, если вам интересно и не интересно слушать уже, ну, для вас, скорее всего, пустую болтовню. Угу. Так. И возможно я эти свинки-копилки найду. Так. Пеппи. Так. Арлан? Ну-ка. Ты еще на Герте? Привет, это я. Заплатил твою контактную информацию, не получив на это согласия. Ты еще на Герте? Конечно, ведь мы с тобой еще не попрощались. Угу. Угу. Это звучит так себе. Конечно. Это немножечко... как... скорее всего, так друг бы... мой ответил. Ответим вот так. На станции проводится проект возрождения. Если есть время, надеюсь, ты пойдешь и поможешь. О нет, если я отправлю сообщение еще раз, у меня не хватит кредитов на месяц. Это последнее. Поторопись, я жду. Угу. Мы этим займемся. Хотя нет. И
Я подумал, что лучше перед тем, как мы перейдем к, ну, второстепенным. Let me see. Миссиям. А я буду их делать, второстепенные миссии. Это я оставлю их на следующую серию. Поэтому ссылки на плейлисты будут в описании. Всем пока!